Свеженькая. Или пойти просто на Баунт, если как бы не филтнуть, а в другое место пойти позавтракать. Мне попроще. Нормально? Нет, я серьезно, потому что вчерашний макияж. Уставший взгляд, там. Волосы тоже вчера укладывала, то моя укладка, она вся уже куда-то исчезла. Вот. За ночь там нормик. Ой, спасибо, так приятно. Просто я к тому, что как-то этот... Просто я в Хилтон собираюсь, мне именно там нравится. Там ресторан «Кедр». И туда обычно хожу. И мне как-то это немножко стрёмненько. Или пойти куда-нибудь в другое место, вот, элементарно по Бауману пройтись. И сесть куда-нибудь там. Штофт. Там, где настойки вкусные, настойки, подача классная, дерево, все дела. Лыж бодра. Ой, блин, супчик я вообще, блин, супчики я люблю, ты чё? Просто я хотела сырников покушать, сырники там вкусные. В Москве, кстати, в Хилтоне сырники беспонтовые. В Москве не знаю, что за ресторан при Хилтоне. Там вообще беспонтовые сырники, фу, гадость. Они слишком сладкие, сладкие, не приторно сладкие, я такое не люблю. Я люблю, когда это все в меру, потому что я люблю сырники кушать со сметаной. Вот. Так. Если в Хилтон не идти, нужно посмотреть, куда можно пойти супчика покушать. Супчика покушать, знаете, вот у меня есть такое любимое место, где именно суп вкусный. Такое простенькое. Вообще максимально простое, называется паста, и там очень вкусный кукурузный суп с креветками. Вот это вот бомба. Сянго, слабосоленый. Неплохо, неплохо, неплохо. У всех свои вкусы. Да, у меня само тоже слюнки потекли, я уже такая думаю, блядь, что нужно пойти поесть. Буду слюни свои протирать. Этот телефон тоже перегрелся, сука, мразь тупая, телефон перегрелся. Ух ты, мразь.